Друзья, всем привет, в эфире Мотолайф. У нас видеообзор свободного мотоцикла Ducati Scrambler Coffee Racer. Вот такой вот шикарный красавчик. Для тех, кто любит что-то такое полуклассическое, вот такой вот довольно бодрый аппарат. Последние цифры номера рамы у мотоцикла 0666. Сейчас мы его заведем, послушаем мотор, прокатимся, посмотрим внешний вид. Ну, собственно, все по списку. Ну, работает, в принципе, как и должен работать. Такой мотор немножечко темноват, но в пределах нормы. Поворотнички вот такие вот миниатюрные стоят. Оба два работают. Свет переключается. Сигнал есть. Здесь можно также поворотник один, второй. Сам сигнал все отрабатывает. Сейчас сделаем небольшой кружочек. А, АБС-то, да, у него еще есть? Да, вот сигнал, значок АБС горит, сейчас прокатимся, должен будет потухнуть. Такой вот стильный, модный, молодежный. Для езды на этом мотоцикле необходимый атрибут — это коричневая кожаная куртка, кепка, очки и белый шарф. Ну, какие-нибудь большие краги. И вы будете как Coffee Racer из Британии. Будете выглядеть очень стильно на нем. Все, у нас АБС-ка потухла, ничего не горит, лишнего нейтраль и дальний свет, в принципе, все, что положено. Ну, давайте посмотрим. Так, Андрей, пока ты не бежал, у него этот колпак снимается, да? Ну, там сидушка есть, да, под ним? Да, ага, все, понял, спасибо. То есть, пассажира можно возить, оказывается. Смотрим, есть такая небольшая маска у него, пластик в хорошем состоянии, без каких-либо повреждений. Поворотники, кстати, оригинальные, скрэмблер написано. Сами стекляшки у нас без каких-либо повреждений. Амортизаторы смотрим. Так, давайте все, крылышко маленькое, посмотрим его быстро, без каких-либо нюансов. Амортизаторы, вилка, перевертыш. В принципе, нареканий никаких нет. С этой стороны тоже все, зеркало чисто. Наличие защиты очень радует. То есть для вилки перевернутого типа вот такая штука необходима. Особенно для российских дорог. Довольно толстый тормозной диск, следов износа явных нет. Колодки у нас в остатке процентов 45-50. Резина визуально выглядит довольно неплохо. Ну, я, по крайней мере, на ней не вижу ярко выраженных ссохшихся моментов. Так, смотрим здесь. Коллектора вот так вот хитро загнуты. Повреждений на них никаких не имеется. Спереди двигатель целый. Мотоцикл у нас воздушно-масляного охлаждения. Радиатор здесь. С обратной стороны мы его еще посмотрим. Бак классической формы. Без каких-либо повреждений. По двигателю. Все, тут куча всякой защиты стоит. Все у нас целое, без нюансов. Подножки водителя, пассажирская подножка, вот такой вот выхлоп, сложное название. Вот такой вот выхлоп у него стоит небольшой. Задний тормозной диск также довольно хорошее состояние. Колодки в остатке примерно так же, около 40% визуально. Задняя резина. Ну, выглядит очень бодро, очень хорошо внешне. Ну вот, в принципе, да, почему бы нет. Планка под номер, она же с брызговичком идет. Вот, все это отдельно вынесено. Ну, выглядит стильно. Цепь звезда, смотрим, в довольно неплохом состоянии. В принципе, ездить еще можно. Подножка пассажира. Здесь у нас амортизатор, шток. Целый, а пружина также без повреждений. Подножки водителя, боковая, щиток 54, циферка. Рама, двигатель, насколько его видно. Все, в принципе, крышки, вот все в довольно хорошем состоянии. Нареканий никаких особых нет. Все выглядит очень достойно. Так, сам радиатор здесь у нас в пластиковом кожухе, он целый. Радиатор сотый без повреждений. Все отлично. Смотрим, сидушечка красивая коричневая, в таком ретро-стиле сделана. Повреждений, опять же, никаких нет.
колпак снимается, там будет сидеть пассажир, если надо. Сверху по баку без каких-либо нюансов. Все, в принципе, хорошо. Вот такие вот модные зеркальца стоят. Оба два притонированы и оба два, соответственно, целые. Грипса целая, ручка сцепления, все целое. Кнопки все на месте. Траверса, клепоны ровно все. Кнопочки здесь присутствуют. Дроссель, ручка переднего тормоза. Все, собственно, что и положено. Ключ у мотоцикла один. Смотрим приборку. Так, приборка Total 13 376 километров у мотоцикла пробег. В принципе, пробег небольшой для 800-кубового аппарата. Вот, вот такой вот красавчик скрэмблер. Ducati Scrambler Coffee Racer, вот так вот будет полностью его название. Есть в наличии, мотоцикл свободный, ждет своего хозяина. Если этот мотоцикл вас заинтересовал, обратите внимание на ссылку в описании к этому видео. Там есть цена, там есть год выпуска и вся остальная информация по этому мотоциклу. Интересует? Оформляйте заявку, будет вашим. На этом все. Всем спасибо, всем хорошего дня.